Добрый день, еще раз о грибах хочу поговорить с вами, кто смотрит мой канал. Есть вопросы, до сих пор мне задают. Вот эти блоки, они у меня стоят на улице с января месяца. И мы их брали на зарастание где-то в конце сентября, в 20-х числах. Я их потом после 8-го где-то января мы еще собирали. Я посмотрела видео предыдущее, собирали урожай. И затем я их вынесла, наверное, через недельку-полторы, в 20-х числах, наверное. Они стояли на улице возле теплиц у нас. И вот сегодня у нас апрель, и они продолжают плодоносить. Смотрите, шли дожди, были заморозки. Ну, как-то выжил там мицели где-то внутри блоков. И еще мы собрали небольшой урожай. Эти грибочки я подсушиваю, потом через время я их обдаю кипятком. Кипятком, когда нужно готовить, и готовлю суп обычно. Можно даже пожарить с картошечкой грибочки эти. Такой небольшой урожай мы собрали еще с прошлогодних блоков. В этом году мы, конечно, тоже взяли 16 марта блоки. И сейчас я покажу, как они выглядят у нас. Ну, полкило где-то, наверное, будет грибочка. Здесь, может быть, чуть больше, грамм 700. Сварим супчик. Вот так зарастают новые блоки. Где-то 9, наверное, 10, 9 где-то апреля. И уже собираем урожай. Опять же, повторюсь для тех, кто, может быть, впервые смотрит, что мы выращивать стараемся в естественных условиях. Я не ставлю здесь ни увлажнитель воздуха, не регулирую температуру. Просто вот этот оптимальный какой-то режим и сроки соблюсти нужно, когда в естественных условиях они могут прорастать. Вот смотрите, у нас здесь 71% влажности, 13,6 градусов тепла. Это было 9 числа. 14 апреля я уже начала снимать первые грибы с этой партии. Растут они очень быстро. И вот за 2-3 дня сейчас должны блоки все полностью как бы начать уже отдавать урожай нам. Такие грозди крупные. Но не все блоки одновременно в этот раз зарастают. Некоторые еще пока только пытаются там формировать примурти. Ну, где-то больше 2,5 килограмм здесь я собрала. Это соберу на следующий день уже вечером. Они немножечко еще подрастут. Но уже видите, какие вполне такие крупные. Недавно выгружала видео, где мы выезжали за сморчками. Ну и как бы не собрали там грибов. Поэтому вот такой способ, конечно, надежнее, когда мы сами можем вырастить даже грибы, не только урожай овощей в теплице. Вот здесь около 2,5 килограмм. И грибы у нас еще продолжают расти. Это первый, только-только первый урожай. С 10 блоков начинаем собирать. Видите, со всех сторон зарастают. апреля я собрала, и вот влажность была 87% здесь у нас, и почти 12 градусов тепла. На следующий день вечером вот я собрала еще 2 ящика, но я не взвешивала, ну больше 5 килограмм здесь будет. Кому интересна тема выращивания, смотрите плейлист выращивания вешенки. Также на канале есть видео, как я готовлю вешенки маринованные, грибочки вешенки маринованные. На этом все. Всем всего доброго. До свидания.